Добро пожаловать на канал Geekbrains. Здесь мы разбираем самые волнующие темы из мира IT. В этом выпуске мы расскажем еще об одной интересной профессии – DevOps-инженер. Мало кто точно представляет, чем он занимается, да и название у этой профессии весьма таинственное. Учитывая большой спрос на рынке труда в специалистах этого направления, мы расскажем, какую пользу они приносят миру технологий. Итак, поехали! Кто такой DevOps-инженер? DevOps — это не просто набор техник, это философия. DevOps — это аббревиатура названия Союза профессионалов Development Operations, которая появилась в 2008 году. Чтобы успевать за скоростью развития IT-сферы, потребовалось изменение культуры компаний в области разработки и внедрения программного обеспечения. Объединение разработчиков и системных инженеров в одно сообщество позволило оптимизировать процесс создания программного продукта. Для чего нужен DevOps-инженер и чем он занимается? DevOps-инженер собирает воедино все составляющие проекта от написания кода до тестирования и выпуска приложения. Задачи DevOps-специалиста входит непрерывная доставка программного обеспечения до клиента, обеспечение безопасности ПО, автоматизация технических процессов, запуск и поддержка сред разработки, непрерывное улучшение инструментов и технических процессов. Так как отделы работают независимо друг от друга, иногда возникают сложности и проблемы в работе. DevOps-инженер ломает стену непонимания между отделами разработки и администрирования и является связующим звеном между ними. Понимает архитектуру продукта и порядок тестирования, имеет навыки разработки, способен оценить риски безопасности и знает подходы и средства для автоматизации. А еще балансирует между планированием работы команды и ожиданиями заказчика. Фишка DevOps-инженера в том, что он объединяет в себе сразу несколько профессий. Билд-инженер — специалист по сборке кода, релиз-инженер — специалист по выпуску кода в производство, автомейшн-инженер — специалист по автоматизации и внедрению кода, security-инженер — специалист по тестированию программ, выявлению уязвимых мест. Где нужен DevOps-инженер? DevOps-инженер может принести пользу любой организации, чья деятельность связана с разработкой приложений или управлением большим количеством серверов. DevOps-инженеров нанимают такие IT-гиганты, как Amazon, Adobe и Google. Еще они работают на Яндекс, Mail.ru Group и другие большие компании. Сколько зарабатывает DevOps-инженер? У DevOps-инженера есть все шансы с легкостью найти себе работу в любой компании мира. Средний месячный заработок такого специалиста по миру составляет от 8 до 10 тысяч долларов. В США за месяц он получает в среднем 7,5 тысяч долларов. В Канаде ему платят 10 тысяч канадских долларов, а в Великобритании 5,5 тысяч фунтов стерлингов. Что касается России, средний ежемесячный заработок DevOps-специалиста составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Как стать DevOps-инженером? Итак, прежде всего, DevOps-инженер должен обладать хорошим техническим кругозором. Такому специалисту важно постоянно изучать новые инструменты и быть в курсе современных технологий. Начинающему DevOps-инженеру советуем прочитать следующие книги «Проект Феникс» и «DevOps Handbook». Это настоящий гуру философии DevOps. Чтобы еще быстрее разобраться в профессии, можно присоединиться на open-source проект и участвовать в разработке программы или веб-приложения с открытым исходным кодом, где каждый желающий может доработать его под себя. Надеюсь, вам стало понятнее, кто такой DevOps-инженер. Если вас заинтересовала данная профессия, переходите на наш сайт и оставляйте заявку на обучение. Ведь именно таких универсальных специалистов мы готовим на нашем курсе в Geekbrains всего за полтора года. С вами был канал Geekbrains. До новых встреч в следующем выпуске.